Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, особенно хочу обратиться к молодым сотрудникам и к семьям, к женам, детям. Поздравляю всех с предстоящим нашим профессиональным праздником. Уже более 100 лет органы безопасности доказывают обществу, власти необходимость и эффективность своей работы. Желаю прежде всего высокого профессионализма, веры в то дело, которое вы делаете, и самых высоких результатов по обеспечению безопасности Отечества. Впереди очередной год в истории планеты. Всех поздравляю с предстоящими новогодними праздниками. Всем здоровья, благополучия. И еще хочу, чтобы у каждого в жизни, если не на каждый день, то на каждую неделю, на каждый месяц, на каждый год, в жизни было что-нибудь новое, чего никогда не было. Без обновления жизнь закисает. Всех с праздником, здоровья, счастья и удачи!